Всем привет, друзья! Это озвучка 219 главы манги One Punch Man. Наконец-то я смог закинуть видео на следующий день после обзора. Я очень стараюсь и делаю все в своих силах. И на самом деле это все благодаря вам. Вы очень сильно мотивируете меня, поддерживая донатами. И особенно хочется выразить отдельную благодарность этим ребятам. Алексей Седых, Zero Down, Бабайка, Простой Парень, Зомбик, Вовка, Уф, Картошка, Степан, Джокер, Данил, Смайлик, Андрей, Сын Тульский Аниматор, Павел, Ангел Тьмы. И еще большое спасибо Батлборгу за подписку на Бусти. Кстати, о нем. В скором времени я начну выкладывать туда эксклюзивный контент. Ссылка на донат, а также на сам Бусти, будет в описании под видео, а также в закрепленном комментарии. Всем огромное спасибо за вашу поддержку. Канал существует благодаря вам. В скором времени на канале будет не только озвучка One Punch Man, но и других манг, а также обзоры, реакции на аниме и многое другое. А теперь давайте перейдем к озвучке. One Punch Man, 219 глава. Красота, позволь горующей метели унести тебя. Мисс Фубуки, все-таки почему вы так хотите попасть в это место со всей группировкой метель в полной боевой готовности? Я собираюсь кое с кем встретиться. Дело может принять неприятный оборот. Город Эр. Компания планирует активно продвигать этих ребят. Скоро они станут очень популярны. Ведущее агентство талантов. Дворец красоты. Они нас озолотят. Я взял за основу ваш пример и заставил их всех сдать экзамен на профессиональных героев. Спустя год усердных тренировок, двое из семи блестяще сдали вступительный экзамен в C-класс. С этими двумя в главных ролях мы подготовим дебютный релиз нового сингла для группы героев-айдолов. Надеюсь, вы окажете содействие этим самородкам. Так сказать, дадите парочку советов по выживанию в суровом мире шоу-бизнеса. Эй, Маска, вы слушаете? Эти мальчишки – настоящие жемчужины. Когда-нибудь они займут ваше место на пьедестале славы. Бесполезно. Не говорите со мной. Мне не интересны фальшивки. Девятые ворота. Запись с камеры наблюдения. 2 дня назад. Герой А-класса 39 ранга. Лысый плащ. Маска! Они наши юные дарования, понимаете? Вы не поняли. Это был мой совет. Еще раз, не говорите со мной. Что вы? Директор, вы поставили меня в пример. И это все, что вы получили на выходе? Я в очень плохом настроении. Будьте так любезны. Прекратите штамповать мерзкие подделки вроде них. А не грубовато ли? Почему это мы фальшивки и подделки, а? Мистер Милая Маска, вы такой дерзкий только потому, что являетесь фаворитом. Но знаете, рано или поздно мы вас превзойдем. Во внешности, пении или танцах, уверен, мы ни в чем вам не уступим. Успокойся, Чирион. А, да, и в силе тоже. Верно, двое из нас уже сдали геройский экзамен. А-класс, С-класс, в чем разница вообще? Может, проверим? Ну да, твое лицо ведь неприкасаемо. Немедленно прекратите это! Директор, вы говорили то же самое. Лучше бы Милая Маска просто развлекал толпу. Но так как он еще и герой, его тяжело держать в узде. Это ваши слова. Нужно лишь использовать титул героя, чтобы подняться повыше. Всего-то, таков путь настоящего идола. В отличие от того, кто так и не определился, идол он или же все же герой. Может, все же единственное неполноценная фальшивка тут именно вы, а? Агентство собирается продвигать нас. Раз так хочешь быть героем, просто уйди на пенсию.
дай дорогу молодым. Знаешь ли, работа героя не так проста, чтобы использовать ее как инструмент для продвижения. Вот поэтому говорят, что вы странный. В конце концов, это бизнес. Тогда, что бы вы делали, если бы я оказался монстром? Если бы один из них появился перед вами прямо сейчас? Избили бы тебя как следует. Семеро на одного. Не недооценивай нас, Bubble Boys. Что смешного? Если думаешь, что мы боимся с тобой сразиться, то ты жестоко ошибаешься. Я вот не прочь. Хватит, Фантос, если твое лицо пострадает. Что? Откуда эта дрожь? Это ваши инстинкты сигнализируют об опасности. Мы с вами слишком разные, биологически. Никто из вас не обладает ею. Вы не обладаете красотой. Красотой, подобной его. Красотой, подавляющей силы. О, вы вовремя. Я как раз нашел кружки. Правда, они слегка треснули. Соседи Сайтамы, герой А-класса 31 ранга Форта, бабочка Дикси 16 ранга, цепная жаба 36 ранга. Я, конечно, вас всех пригласил, но вы кто такие, ребятки? А? Ребятки? Приятель, тебе сколько лет? 25. Так, он старше меня. О, ладно, возраст не имеет значения. Кто попал сюда первый, тот и старший. 24 года. Но я слышал, эти апартаменты открыли только пару недель назад. Да кого волнует, даже если 2 недели, я для тебя старший. Черт, ты даже не поприветствовал своих новых соседей. Не принес хавку в качестве подношения. О, извиняюсь, так вы мои соседи? Рад знакомству. Меня зовут Сайтама. Мой дом был разрушен, так что я перебрался сюда, как только меня повысили до А-класса. Кинг мне рассказал об этом месте. Кинг, ну, раз уж ты понял. Благодарю за чай. Ага, что за черт? Цепная жаба – потрясный мастер боевых искусств. Он не особо известен, так что носит костюм для более запоминающегося образа. Благодаря костюму он стал популярен среди детей. Совсем чуть-чуть. Ты носишь костюм, потому что ты обычный? Идея сама по себе уже банальна. Меня ты наверняка уже знаешь, но я бабочка Дикси. Рад встрече. Я переехал сюда, потому что до работы добираться легче. Не-а, никак. Никогда о тебе не слышал, но я рад. Я Форте. Я слушаю музыку в этих наушниках и... Подожди, подожди. Ты меня не знаешь? Меня часто показывали по телеку. И знаешь, я довольно популярен в сети. Ой, стой, точно. Дай мне секунду. Этот чел охренеть как обожает внимание. Ну как тебе сейчас? Вот так я обычно выгляжу. Порхаю с крыши на крышу. Меня уже для многих шоу засняли. О, у меня была только публичная трансляция. Я смотрел только погоду и канал с бедствиями последние 2 или 3 года. Блин, какой же ты волосатый. Пожалуйста, не линяй в моей комнате. Я слушаю музыку и сражаюсь в своем ритме. Не то чтобы меня волновало, но молодежь говорит, что я крутой. То и выгляжу как бэтбой, так что я вполне популярен. Меня еще однажды поместили на обложку модного журнала, но мне пофиг. Разве драться каждый раз под ритм не бессмысленно? Ты и я, лысый, выйдем прямо сейчас! Я покажу тебе свою силушку! Да не холодно нам. Конфликты всегда подогревают интерес публики. Это была озвучка 219 главы. Завтра выйдет сразу обзор 220. Дальше и озвучка. Да и 221 глава не за горами. И мы наконец-то вернемся в строй. Спасибо всем, кто поддерживает меня чем может. Ну а с вами был Аниманго. Всем пока. Стой.
лайк этому видео и подпишись на канал. Yeah.